Еще раз привет, уважаемые подписчики. Вторая часть нашего сегодняшнего странного немного обзора про обустройство на дачном участке до начала стройки. Это видео в формате 360. Вы можете вращать камеру при просмотре мышкой, либо пальцем по экрану вашего устройства, либо поворачиваться. Но если вы видите какую-то непонятную размытую картинку, значит, у вас устаревшее приложение, устаревший браузер, устаревший компьютер, что-то из этого. И, к сожалению, такой формат вам не подходит. Либо же нужно использовать более свежую версию программного обеспечения или использовать приложение YouTube на вашем планшете или телефоне. Итак, давайте начнем наш просмотр с вот этой первой бытовки. Это баня. Напоминаю всем, кто смотрит, что этот сюжет не про то, что сделали мы, а сюжет про то, что сделал заказчик своими руками. И он дополняет тему на форуме, ссылка на которую есть в описании видео. Итак, вход в первую бытовку, входная дверь и маленький предбанник, маленький коридорчик. Одна дверь налево, одна дверь направо. Комод. Ну, вы это видите, если поворачиваете камеру. Итак, налево туалет. Туалетная комната, все очень просто сделано, естественно. Торфяной горшок, это финский торфяной туалет. Отличается от российского ценой в два раза дороже, примерно 13 тысяч рублей, но и качество, соответственно, выше. Он не трескается, не боится зимы, прекрасно работает. Хороший вариант для дачного дома, ну, либо для такого временного формата обустройства. Какие-то шкафчики, полочки, конвектор, окно. Ну, короче, маленькое помещение, туалетная комната. А это второе помещение, предбанник. Маленький предбанничек, вот там вход в парную, столик. Тумбочка, пара стульев, раскладушка, которую можно поставить вот так и сделать одно спальное место для гостей. Также свет. Обратите внимание, что обшивка деревом, потолок деревянный, это заказчик все делал сам. Домик утеплен, 100 мм ваты, полы тоже утеплены на полах, линолеум. Все это очень само по себе простецки, да, но в то же время смотрится вполне нормально, даже не как временный вариант, а как у некоторых постоянный вариант выглядит хуже. Ну и следующее помещение – парная. Вот с парной, конечно, не все гладко, потому что заказчик, опять же, исходя из временного формата, немножечко пожалел денег и обшил стены не осиной, а обычной имитацией бруса. Ну, это какая-то хвоя, елка или сосна. И посмотрите вокруг, что произошло. Весь потолок, все стены, все в потеках. Раскрылись все смоляные карманы. Из доски очень активно выходит смола. Этой постройке чуть меньше года. Естественно, топили эту баню уже много раз. Но продолжает смола просто течь по стенам. Конечно, это большой минус для, скажем, парной, которая планируется использовать, ее планируется долго и счастливо. Но заказчик хочет избавиться от этих домиков. Поэтому с этой проблемой придется иметь дело покупателю. Так, кстати говоря, все это продается в скором времени. Печка. Печка рассчитана на объем в 4 раза больше, чем здесь, поэтому протапливается очень хорошо. Система для нагрева воды. Печка активно топится, происходит циркуляция жидкости в баке, нагревается вода. Вот с того крана можно брать горячую воду. А кран сверху, белая труба, это подача воды из скважины. Но также можно просто залить сюда воду из канистры. Там стоит бочка, которая используется летом. А также для того, чтобы накапливать и нагревать воду. Ну вот, первая бытовка выглядит так. Это именно банька с таким небольшим помещением комнаты отдыха, которая может превратиться в гостевую комнату. Мы с вами снова оказались на улице и двигаемся дальше к следующей бытовке. Эта бытовка жилая, используется как дачный домик. Рядом с ней дровник, ну, естественно, для дров. Ну, а с этой стороны стройка у шупе, про которую мы говорили в первой части, бегло говорили. Ничего особо интересного тут сейчас не происходит. Готовится несъемная опалубка. В принципе, работы по фундаменту уже прошли самую сложную стадию, но это все было в первой части. Итак, идем в жилую бытовку. Маленькая прихожая при входе, вешалка, холодильник, электрический щиток. Вот щиток, кстати говоря, вообще впечатляет. Впечатляет своей навороченностью и как-то не ассоциируется с бытовкой. Посмотрите туда. Очень много всего. Но это хорошо. Электробезопасность и удобство очень важны. Микроволновая печка, какие-то еще кухонные вещи. Короче, это зона при входе, тамбур, прихожая. И туда проход в жилую часть. Вот это, конечно, представляет наибольший интерес. Особенно с точки зрения концепции маленького временного домика, который можно перевести в любое время на другой участок, например, или продать, или еще что-то с ним сделать. Жилая комната, можно сказать, как студия, кухня-гостиная, кухня-спальня. Ну, в общем, все в одном.
Сначала начинаем с этой стороны. Поворачивайте камеру в печку. На дымоходе стоят специальные железяки, которые увеличивают теплоотдачу. Зеркало, полки, кухонный столик со стульями, спальное место, телек. С этой стороны кухня. Кухня, все здесь очень компактное, кухня компактная, нагреватель, который заполняется в летнее, в теплое время водой из скважины, из этой трубы, либо просто заливается из канистра в холодное время года, мойка, всякие там шкафы, посуда, то все. Ну, короче, полноценная обычная кухня, мне кажется, как в компактной квартире, не хуже, но в бытовке. Временной бытовки, от которой заказчик, повторяю, планирует скоро избавиться. Вот это все обустройство, оно очень сделано временно. Что еще? Давайте переставим камеру туда. Кровать самодельная, матрас из Икеи, большая, широкая. За занавесочкой там сверху полки для вещей. Ну, вроде как шкаф, только такой легкий, навесной. Ну, опять же, всякие полки, штучки, шкафчики. Все очень продумано, компактно и практично. Под окном конвектор, эта маленькая печка, такое помещение, такую кубатуру прогревает с запасом более чем, натопить можно до 40 градусов, поэтому находиться можно здесь и зимой, и летом. Вот такой универсальный вариант временного обустройства, который кто-то, возможно, захочет повторить так или иначе. И он нам с вами демонстрирует, что простая бытовка тоже может быть вполне уютной и комфортной. Ну и, наконец, мы перемещаемся в конец участка, где у нас еще две бытовки. Эта бытовочка – неудавшаяся идея летнего туалета, потому что грунт с глиной не позволил нормально им пользоваться, поэтому она превратилась, ну, просто в хозблок, где сложены всякие вещи, туда мы заходить не будем, это как большой шкаф. И еще одна большая бытовка, бытовка-мастерская, царство заказчика. Заказчик очень рукодельный, много чего делает сам. Посмотрите, у него здесь верстаки, которым сделаны розетки, упоры, все как положено. И там у него куча-куча инструмента. Вот там стоит прицеп, телега, прицеп. Она цепляется к фаркопу при желании, либо катится вручную, которую заказчик сделал сам. И, кстати, про участок хочу вам сказать, что, в принципе, вот эта земля, она уже не относится к участку заказчика. Она просто прилегает, ей можно пользоваться. Ну, в собственности, вот там идет забор, как-то вот примерно так проходит граница. Там всего лишь 11 соток. Ну, 11 соток плюсом вот этот огромный кусок леса, который может использоваться, ну, в том числе для таких вот временных построек. И вот мы с вами оказались в мастерской. Мастерская заказчика. У меня навевает воспоминания об уроках труда в школе. Верстак, тиски, сверлильный станок, крепеж, инструменты. Все упорядочено, как видите. Полки, стеллажи, гвоздики, место для отверток, для угольников. Ну, вот это все очень аккуратно. Потому что заказчик говорит, что если ты не знаешь, что у тебя где лежит, считай, что у тебя этого нет. Я с ним согласен. Потому что, например, у меня в котельной, которая тоже в какой-то степени используется как мастерская, полнейший бардак. Здесь практически все идеально организовано, упорядочено. Очень-очень здорово. Ну, не знаю, на чем-то заостряться я большого смысла не вижу. Все понятно и так, вы все видите. Вот эта штука, кстати, продается в магазинах. Удобная вещь для отверток, специальные отверстия. Хотя, как видите, сделать это можно и самостоятельно. Просто взять брусок и насверлить в нем отверстие, куда спокойно ставится инструмент. Вот там над верстаком магнитный держатель на магните. Типа как для кухонных ножей, так понимаю. Тоже удобно держать инструмент. Обязательно освещение, верхний свет, лампы над верстаком. Ну и там стеллажи, где вообще куча всего. Электроинструмента, крепежа, каких-то лакокрасочных материалов, смазочных, клей, пены, топливо, бензиновый инструмент, компрессор. Вообще заказчик мог бы построить дом сам. Я не сомневаюсь, что он бы сделал это хорошо, если даже не лучше, чем мы. Но у него нет на это времени, он много работает. И вот это все, это хобби. И повторюсь, это концепция временного обустройства на участке. Мастерская, она, наверное, она останется, но никто не заострялся на том, чтобы сделать. Просто вот так. Мне кажется, клево. Ну что ж, друзья, на этом будем закругляться. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что оцениваете видео. Пишите комментарии, задаете вопросы. Увидимся с вами в следующих сериях. Пока.